Силами санитарной лаборатории НХК были разработаны две новые методики определения производственных показателей воздуха. Измерения уже аккредитованы и внедрены в лабораторную практику. Но самое главное то, что результаты этих исследований доступны жителям города. Специалисты санитарной лаборатории НХК – это люди, которые отвечают за контроль производственных веществ, выделяемых в окружающую среду. Для этого у предприятия имеется масса методов, которые, как заявляют специалисты, регулярно совершенствуются. Не так давно силами санлаборатории НХК были разработаны две новые методики определения диметиламина и серной кислоты. На текущий момент они полностью аттестованы и внедрены в лабораторную практику. Их можно использовать для контроля состояния воздушной среды. Данные методики аттестованы, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и уже внедрены в лабораторную практику. Стоит отметить, что данные, получаемые в санитарной лаборатории НХК, теперь доступны не только специалистам, но и каждому жителю города. Их публикуют в круглосуточном режиме на электронном табло. Оно установлено над левым крылом учебного центра НХК. Мы видим, что жители города уделяют большое внимание экологическим составляющим, в том числе и мониторингу атмосферного воздуха, в связи с чем была принята такая инициатива, в том числе от руководства, да, установить это информационное табло, чтобы все могли видеть данные производственного контроля. Добавим, что НХК ежегодно выделяет значительные средства для улучшения экологии Ангарска и региона в целом. По словам руководства компании, все это позволяет предприятию выстраивать максимально открытые отношения с городской общественностью.